В последнее время автомобильный рынок претерпел такие глобальные изменения, что уже речь идет не просто о появлении новых каких-то моделей, а о технологическом скачке. И технологический скачок этот, по крайней мере, на российском рынке, делают китайские товарищи. Сегодня обзор с ценами, с комплектациями из первыми впечатлениями от бренда Аита или Huawei. Да, автомобили превращаются стремительно в гаджеты и телекоммуникационный так называемый гигант из Китая Huawei начал делать автомобили. Сегодня на тесте М7 и М5. Оба эти автомобиля так называемые последовательные гибриды, то есть у них есть двигатели внутреннего сгорания и батареи. Это полноприводные автомобили, на российский рынок поставляются только такие варианты, хотя на китайском рынке, скажем, М7 делается и в задней приводной версии только с одним электромотором. Коль уж мы начали круговой обзор, давайте с М5 начнем. И если говорить о дизайне совершенно коротко, то здесь, как мне показалось, китайцы не совсем оригинальны. Потому что задняя часть, я бы ее условно, но сравнил с Porsche Macan. А переднюю часть я бы сравнил с дизайном Форда. Последних Фордов, которые теперь у нас на рынке не представлены. Но погуглите эти фотографии, безусловно, похоже. Хотя, подчеркиваю, прямого копирования я здесь никакого не вижу. Что касается внешности, это, безусловно, эффектно. Здесь есть какие-то фишечки, типа вот этих выезжающих ручек. Причем, заметьте, они здесь не просто выезжают, как, скажем, на семерке. Вот посмотрите, как они выглядят. К этому мы уже начинаем привыкать. А здесь они выезжают под углом. И, соответственно, вот таким образом можно с ними общаться. Вот так они открываются. Но это уже такие чисто дизайнерские изыски. На кого-то это производит впечатление, на кого-то нет. А по функциональности что так, что веток, двери открываются. А там, когда поедешь, они закроются. Угу, прекрасно. Что касается большого М7, то здесь более традиционные дизайны. Знаете, есть еще некоторое количество а, китайских а, гибридов, которые в Россию активнейшим образом едут, например, бренд-ли, которые выглядят ну, более футуристично. И этот аппарат тоже выглядит ну, явно, что это очень свежий автомобиль. Здесь же, наоборот, сделано все по классике. Скажем, передняя часть. Здесь явно видно, где находится условно, пусть, но тем не менее, решетка радиатора, да, вот эта полосочка, модная ныне сейчас, светящийся логотип АИТО. Но, тем не менее, общее впечатление, скорее, такого классического, современного, но классического дизайна. Здесь тоже светящиеся горизонтальная полоса на всю ширину. Ну, в общем, к этому мы уже тоже довольно быстро привыкли. Открываем багажник. Трехрядный вариант огромный багажник есть вариант когда здесь просто обычный диван ну а вот капитанские сидения выглядят вот таким образом здесь есть э, атаманки так называемые поддержка для ног здесь есть обогрев естественно здесь есть вентиляция и здесь есть массаж. У меня вообще такое ощущение, что в этом аппарате большая часть всех плюшек сделана именно для задних пассажиров, потому что полностью управление всем, всем, всем огромный люк над головой практически на всю крышу и возможность, ну, почти лечь на этих сидениях чудесным образом. Посмотрите, насколько сдвигается кресло. Давайте я сюда перемещусь. Вот, вот настоящее место для босса. <рес> <рес> <То> есть, <рес> можно ехать и медитировать вполне <рес> себе. Что-то она опять говорит. Почти все автомобильные бренды любят <рес> какие-нибудь топовые музыкальные, ну, хай-файные бренды. Хармоны всяческие там и так далее. Марк Левинсон. Здесь, посмотрите, Huawei Sound. Вот не зря это телекоммуникационный так называемый концерн. Вот и звук они тоже сами делают. Кресло это еще и в бок отъехало. Чудеса совершенно. Вот, вот как-то так. Ну, но мне, если честно, не очень удобно вот так. И... Хотя, хотя и... и для ног поддержка есть. И... Ну, в общем, в общем, чудеса, чудеса. О, смотрите, и в бок еще сюда уезжает. В общем, если есть желание развлечься и покататься на сидушке, то это тоже возможно. Ну и теперь водительское место. Вот хлопок двери он уже говорит о породе. Как бы это удивительно не звучало. Казалось бы, ведь это все стартапы. То есть китайцы эти автомобили, ну тем более уж Huawei, которые все время там делал телефоны, они начали делать эти автомобили не так давно. И вот при этом одно из проявлений породы, по-моему, это хлопок двери. Бум! И как сейф. Шумоизоляция здесь великолепна. И в следующих видео мы, безусловно, покатаемся на этих автомобилях. Я уже забегая вперед, могу сказать, что шумовка здесь действительно сделана классная. Про динамику, про расходы, про все прочее я, естественно, тоже буду в ходовом тесте рассказывать. Пока вот это впечатление, скажем так, визуально-эстетические. Так вот, большой экран, тоже уже традиционная история. И вот тут, смотрите. В чем нюанс? Пока эти автомобили не переведены на русский язык, но они переведены на английский. Я считаю, что вот на уровне бытовом, все-таки английским языком многие довольно люди владеют и понять, что вот здесь написано, там условно сервис, ну или там apps, э, э, все поймут. Так что здесь проблемы уже какой-то нет. Когда здесь иероглифы на экране, ну тут уже да, тут уже нужно либо пользоваться какой-то программой в смартфоне и переводить это все, но понимаете, да, когда здесь вот на этом экране куча, куча, куча всего, то управление автомобилям автомобилем довольно сложно. Здесь же в данном случае английский язык, и это уже здорово. Еще один момент. На многие китайские автомобили вот этой новой волны не ставят теперь традиционную приборку. Ее просто нет, этой приборки. Все это компенсируется просто проекцией качественной, хорошей проекцией на стекло. Здесь есть и приборка, и проекция ну по сидушкам по качеству материалов я должен тоже респект китайским товарищам сказать ну сделано все ровно и вот э, нитка здесь настоящая не пластиковая вот здесь э, это кстати две зарядки для телефонов сделаны а здесь какая то замша видимо ну, есть такое подозрение что она натуральная хотя хотя сейчас уже отличить Натуральное от ненатурального довольно сложно. Из э, яркости, которые мне ну, не зашли однозначно, это вот э, в виде такого хрусталя верхушка рычага переключения передач. Как-то переборчик. Хотя я вам должен сказать, на съемках, например, э, лет, 5, наверное, или 3 года назад BMW X7, я удивлялся ровно тому же уж казалось. Ну вот икона стиля BMW, а тоже вот засунули туда вот такую же стекляшку. Мне кажется, это неправильно, особенно с учетом того, что все остальное сделано весьма и весьма неплохо. Фронтальный динамик, вот он тоже, опять же, Huawei Sound. И э, вот по размеру, по размеру салона. Я сейчас сидел в самом нижнем положении. Вот посмотрите, насколько высоко я могу поднять себя. Это вот максимально высокое. Насколько я могу сдвинуться назад, насколько я могу придвинуться. Тут еще, естественно... Хотя, смотрите, первое, что не на электроприводе, это регулировка руля удивлен но тем не менее она здесь механическая в общем здесь может сесть человек и ростом метр пятьдесят и два с лишним факт вот просто факт а, про вес не говоришь. а что ты толстый ты сейчас показал Я не понял, ты дискриминация, что ли? дискриминация толстых ну давай я скажу хотя честно что надо сказать ну, что, что значит толстый? Ну, упитанный в меру упитанный мужчина... Некоторые за это Резавета по зубам отхватывает. А, ну ясно. Давай скажу тогда, да? Вот. Ну и... Давай. И чтобы не было никакой дискриминации, есть еще люди, скажем так, в меру упитанные или полные. Так вот, для них здесь тоже будет довольно все удобно, потому что кресла широкие, они реально напоминают диваны. Вот просто такие, знаете, дома перед телевизором диван, который еще и с массажем, у которого есть поясничный подпор. И вот единственное, чего я не могу пока здесь вот найти, это вот массаж пошел. О, массаж. Вот, э -э, вот эти крылышки, да, которые боковую поддержку делают, вот они здесь, видимо, недвижимые. Но я не нашел такой функции. Есть автомобили, в которых еще и можно себя поджать, ну, условно, по размеру своих боков. Э -э, здесь этого нет. Но если эти бока у вас солидные, так скажем, опять же, аккуратно, то вы войдете в это кресло великолепно. Вот такие впечатления. То есть я бы сказал так, резюмируя по этому автомобилю, если вы хотите такой, знаете, опять же буду говорить аккуратно, но скажу это слово, такой помпезный, солидный, большой, семиместный, со всеми плюшками, касающимися мультимедиа, красивого и так далее, то, ну вот, вот, да, это аппарат, который, который стоит вам попробовать посидеть в нем и прокатиться. Я нахожусь э, в городе Барнауле. Кстати, но от этого автомобили не меняются, где бы вы ни были. Автосалон PMAuto. Автомобили есть в наличии, поэтому, если есть желание, можете приехать поучаствовать в тест-драйве. Ну а я... В одном из следующих видео, потому что у меня сейчас серия будет идти по этим китайским гибридам целая, я расскажу о своих впечатлениях от автомобиля на ходу. С водительского места на заднее сиденье. Места здесь меньше, бежевые салоны такие, знаете, даже оттенок не могу сказать, но он не белый однозначно, такой мягко-кофейный оттенок, стильно очень смотрится, но я с большой осторожностью к таким салонам отношусь, не знаю, мне кажется, все-таки это не очень практично, хотя много людей утверждают, что вот, вот это самый цимус, такие салоны, этот автомобиль явно для водителя, то есть вот эта машина не для босса, который будет сидеть как на М7 с массажами, с полулежа и так далее. Здесь, как видите, ну, сидушка тоже сдвинут довольно сильно назад. Но, тем не менее, я вот здесь со своим ростом 1,85 м, я коленочкой упираюсь. Впечатления от дизайна примерно те же самые. От кожи и вот вставочек есть такое эти ощущения, но опять же, не поймешь уже, то ли это натурально, то ли нет, ощущение, что это вот прям дерево-дерево или шпон, Кожа, прострочки, все... Я, я не вижу каких-то э, вещей, которым я бы мог придраться в смысле отделки. Ну и здесь еще одна фишка этого автомобиля. Это крыша полностью стеклянная. Это не сдвигающиеся какие-то там люки и так далее. Это просто стеклянная крыша такая э, поддымленная, подзатемненная смотрим багажник и сначала мы не нашли как его открыть честно признаюсь кнопка оказывается вот она где дворник не надо куда-то туда лезть вниз ну в общем вот ровно то о чем я говорил с заднего сидения здесь багажник поменьше заметно под полом здесь опять-таки не докаток не ни, ничего нет здесь батарейки доступы к аккумулятору ну и такой минимальный набор автомобильных полезностей и опять же повторение сказанного сзади. Меньше места намного, Здесь несколько проще все сделано, но просто из-за габаритов, я так понимаю, здесь зарядка для одного телефона, а здесь на удивление открытый подстаканник, когда речь идет о премиуме, вот, вот прям, прям самом премиуме, то это все безусловно закрывается и считается вот дурным тоном такие подстаканники, ну в общем, а если говорить о автомобиле для водителя, вот здесь глав, главный человек сидит, то, в принципе, вот кофе поставил стакан и, и погнал, что называется. Здесь сидушки уже и по ширине, другие совершенно. Здесь лучше боковая поддержка. Кстати, руль тоже регулируется только механически. Приборка которая показывает вам состояние автомобиля, давление в шинах, зарядка батарейки, количество бензина в двигателе. Ну, а здесь у нас все опять-таки ровно то же самое. Huawei, причем здесь стоит операционка Huawei. -евская. Называется она, по-моему, Гармония. Помните, да, что американцы это сильно обиделись на Huawei, отключили у них Google, операционку Android. Гугла полностью. Вот. И китайцы сказали, ну и, идите вы лесом и сделали свою операционную систему и как видите Huawei по-прежнему чувствует себя вполне себе еще и делает автомобили. Очень непривычно выглядит колоссального размера стеклянная крыша, я вам должен сказать. Финализируем это все, наверное, разговорами о ценах и о вообще, скажем, ситуации с так называемым параллельным импортом. Эти автомобили начали приезжать в Россию уже, ну, по сути, официально. То есть они продаются через юридических лиц, на них дается полноценная гарантия. К ним э, прилагается обслуживание сервисное обслуживание, причем качественно Я вас уверяю, что ребята, которые там 15-20 лет торговали Мерседесами, я надеюсь, это тоже вернется, надеюсь, в ближайшее время. Так вот, сервис тут тоже вполне себе на уровне, поэтому бояться каких-то проблем там с запчастями и так далее, я тоже думаю, не стоит. Но вот пока, пока наш рынок выглядит так, что то ли это официально, то ли неофициально, многих это может смутить, но для этого вот вы приезжаете в автосалон и вам рассказывают все нюансы и все подробности. Стоимость автомобиля, о чем тоже в этом обзоре нельзя не сказать, этот аппарат стоит в районе 7 миллионов М7 стоит в районе 8 миллионов, ну или там от, хотя, хотя тут тоже все Тонко, как, как, как все в этом мире, особенно сейчас. Зависит от курса юаня, доллара ценник это очень абстрактно сейчас, и каждый раз его нужно уточнять, ну вот, приезжая э, к дилеру. На этом прощаюсь с вами. Традиционно буду вам благодарен за всяческие лайки и плюсики, которые видео продвигают. Но только в том случае ставьте их, если как-то вам видео было интересно и познавательно. Удачи на дорогах, желаю вам традиционно. И до следующих видео уже ходовые тесты, семерки, пятерки и прочего большого, теперь уже интересного количества разных гибридов. Счастливо.